Здравствуйте, меня зовут Евгений, я являюсь шеф-поваром ресторана Якуми. Сегодня мы будем готовить салат с тунцом татаки. Татаки – это степень прожарки. Когда рыбу или мясо обжаривают только снаружи, слегка обжигая, внутри она остается сырой. Для начала мы приготовим салат. Для этого нам потребуется листья салата, авокадо, помидоры черри. Для заправки мы будем использовать кунжутное масло, соевый соус, семя кунжута и сок лимона. Первым делом разорвем листья салата на мелкие шашки. Разрежем помидоры черри пополам. Очистим авокадо. Затем нарежем его пополам и на полукольца. Сделаем заправку для нашего салата. Для этого нам потребуется соевый соус, немножко кунжутного масла, буквально 2-3 капельки, чуть-чуть, щепотку, можно сказать, щепотку кунжутного семени, сок лимона. Тщательно перемешаем. Салат у нас готов, заправка готова. Теперь будем готовить тунца татаки. Слегка смажем сковороду кунжутным маслом с помощью салфетки. Приступаем к обжарке нашего тунца. Делается это очень быстро. По секунд 15-20. Наш тунец готов. Приступаем к нарезке. Нарезать мы его будем тонкими пластиками, чтобы он у нас не распался. Нарезали наш тунец. Теперь приступаем к заправке. Теперь выкладываем салат на тарелку горкой. Выкладываем тунец. Салат с тунцом татаки готов.